Всем привет! Ребятки, всем доброе утро. У нас второй день. А у Василисы много занятий дополнительных с утра и до обеда. Потом еще вниз после обеда, но мы их отменили. Потому что сегодня Василиса едет с друзьями в аэропарк, в Бумеранг. Захотелось ей, поедем. Вот сама Василиса едет на самокате. Будет человек 7, наверное, гостей, детей. Ничего особенного делать не будем, там купим на месте еду. Я купила воды и сок. А они хотят побегать, повеселиться, порезвиться, поэтому для меня это будет очень затяжная история. Для детей чуть менее затяжная. У них там очень быстро время проходит. Я еду сейчас на раздачу, заберу заказ в совместных покупках и приеду домой. Буду готовиться к нашему празднованию детскому. Вчера, конечно, отмечали семьей, а сегодня уже будем с детишками. Ребятки, утро началось шикарно. Я думаю, приеду рано, наверное, придется сдать. И я проехала свою остановку, иду обратно. Так, забрала я свой заказ, он весит, наверное, 3 тонны. Расскажу вам, что за заказ потом дома. В общем, заказ на сайте регион... Короче, заказ на... в совместных покупках в группе сайта регион сейл. В общем, я там периодически заказываю всякие шампуни. Суть в чем, что они, видимо, где-то выкупают какие-то партии косметики. Она бывает с крайними сроками годности, бывает с хорошими. Мне, кстати, вот с просроченной не попадалось. Но ценник там сильно ниже. Вот поэтому я дотащу все. Тем более там был мой любимый бальзам. Очень задешево. Для волос. Сейчас донесу, покажу. Василиска на шахматах. Все, собираюсь снять видос, куда же она ходит в этом году. Обязательно надо снять. Я сейчас иду домой, буду готовиться к... дню рождения, то есть надо сделать тортик из донатов, как в прошлом году, и ждать гостей. Итак, друзья, пришла я домой. В общем, смотрите, что я заказывала. Я заказывала этот бальзам, и он до февраля месяца годен. Я заказала вот 6 штук. Я заказала вот такой шампунь, никогда не пробовала, но отзывы, в общем, ничего, и я на шампунь особо не обращаю внимания. Наверное, это плохо, но он большой и тоже стоил очень вообще прям совсем недорого. Заказала себе, переходим сюда, точилку новую, ладно, вот такую палетку, почему-то она оранжевого цвета, но тут нет оранжевого на самом деле, но это освещение какое-то. У меня есть одна палетка Vivienne Sabo, мне она очень нравится, заказала вторую, немножко другие оттенки тут более, видите, такие... коричневый или как это сказать, нет тут рыжего, вот показывает, что рыжий, нет рыжего, он такой темно-персиковый, скажем так, вот такие оттенки Vivienne Sabo. И заказала себе 3 лака обычных, потому что зимой иногда я делаю педикюр сама себе и что-нибудь такое новое, видите, оранжевенький. Но этот прям оранжевенький такой, апельсиновый, яркий. И вот. Даймонд. Вот такой заказ. Ну, вот это все весело, очень прилично. Я пока донесла. Надо теперь это распределить дома. Вот эти бальзамы мне очень нравятся. Прям очень крутые. Всем рекомендую. Вообще замечательные. Как вот знаете, у меня впечатление. Я очень долго пользовалась японской косметикой. И брянский, ну, тоже она есть, но она стоит каких-то сумасшедших денег. В Москве с этим было попроще. Вот оно на уровне. То есть вот бальзам прям на уровне. Мне очень нравится. У меня сейчас заканчивается. Я очень рада, что они были. Забыла рассказать еще. Заказала помады. В общем, упаковка стоила что-то рублей... Блин, не помню. Ну, недорого совсем. Что-то рублей 200, что ли. 12 штук. Такие тинты. Это даже не помады, а как вот тинт. То есть он прозрачный-прозрачный, но с немножко с оттенком. Очень крутые. И... я все цвета перепробовала, и мне все, в принципе, понравились, кроме там коричневого. А вот эти вот розовенькие, такие бледненькие, очень классные. Друзья мои, будем готовить наш торт из пончиков, как в прошлом году, все по той же схеме.
Заказала я у той же девочки пряники вот такие замечательные, уже с цифрой 9. Вот так вот она их приносит. Стоит 270 рублей набор. Недорого. И вместо торта я в прошлом году брала вот такие пончики. И в этом году взяла эти же пончики, потому что их дети хотя бы съели. Сколько раз не попадали мы на торты, никогда дети их толком не съедают. Просто вот выбрасывается. Я, например, не ем торты. Бабушка у нас тоже столько не съест. Василиса не ест торты. В общем, пончики самое крутое. Я выкладываю их так вот горочкой, закрываю и несу в... Ну, туда, в общем, где это все происходит. Потом втыкаются эти замечательные пряники, и все очень красиво выглядит. Сейчас посмотрим, как будет это смотреться. Ну, в общем, вот так вот это выглядит. В прошлом году детей было больше, был верхний пончик. Но в этом году детей 6, пончиков 7. Вдруг кто-то захочет еще. Сейчас я попробую вставить наши пряники, посмотрим, как это будет выглядеть. В общем, получается вот так. Не стану я травмировать сердечко, потому что пряники наисвежайшие, и в них очень так входят вспашки, и они начинают трескаться немножко. Ну, не то чтобы трескаться, но вот что-то я за них переживаю. Они должны еще дожить до своего часа. Но получается вот такой вот тортик у меня. Красота. Все будут довольны, я думаю. Скоро придет Василиса, и мы поедем все в аэропарк. Ну что, начинается наш день рождения. Начали приходить гости. Алена, Василиса, ты где? Я тут в ванной. Жаль, что кошки кускус не могут делать. Это же верблюд, как у нас сломался. Классный. Да, суперская игра, между прочим. Авария. Авария приедет туда уже с мамой. Так, ну что, мы все собираемся, обуваемся, да? Да, я обуваюсь. Ничего не забываем и пошли. Я еще не на рождение быть, тетя. Мы тоже. Да, Вася, мы все одеты. Все? Чуть не задохнулась, пока бежала. Ой-ой-ой. Все. Ой-ой-ой. Приехали, да? Все живые, все здоровые. Вася! Ай, не могу. Я тоже не живу. Тихо, около дороги. Мы зашли в аэропарк. Нас уже там тоже ждут гости. Идем. Тут уже осень. Она, в общем, везде осень, но там тут уже прям осень-осень. Команда ух. Ну что, ребятки, мы пришли. Все разбежались мгновенно. Я даже не знаю, в какой стороне они. Одна я здесь. Тася только. О. Где-то они были там, потом куда-то туда пошли. По чистой случайности. А смотря на то, что сегодня воскресенье, народа просто толпа. Нам дико повезло со столом. Мы пришли, а он освободился. Вообще класс. Все остальное занято. Резерв. Учитывая то, что гости где-то там, Василиса где-то тоже там. Можно на батуте попробовать? Шла одного ребенка, но он исчез. Очень много людей, очень. Свою я даже не наблюдаю, где она. Может, там. Я нашла Василиску, Василиска катается. Василиса! Арсений. У них ралли, Тася бегает. Все на великах, Тася пешком. Да я вижу. Помчали. Я хочу, чтобы они скатились с горочки. Смотри. Я залезла в детскую комнату. Сейчас меня арестуют. Ой-ой-ой. 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 Даша. Это туда надо идти? Туда, давай. Ой, мама. Али.
Куда-то пошли. Мы куда-то идем. Ой, там что-то светится. Там светящиеся мячики. Ух ты! Класс! Вообще! Опять! Саш, ну ты упадешь! А куда надо идти? Куда надо? Василиса, туда! Дуреешь ты. Ой, я потерялась. Едут. Как-то у них не особо едет. Родители сидят на полу. Такая крокозябра. Василиса вроде хочет поехать с этой горки. А, убегают дети. Все дети убежали. Василиса решила долезть. У нее почти получилось. Куда они там попадут дальше, я не знаю. Я не знаю, куда ты придут все. Способностью сверхспособны. Вон они все вверху. Смотри, как быстро там оказались-то. Они как-то поднялись. Потерялась. Я нашла детей. Ура! А давайте рассказывайте, как вам праздник? Классно? Весело было? Утро этого дня, небо это.